Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Ветта». Это «Вечерний вестник». О главных событиях дня расскажу я, Екатерина Рухтина, и наши корреспонденты сегодня в выпуске. Человек с большой буквы. Сегодня на 85-м году жизни скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Десять новых школ в ближайшие годы. На очередном пленарном заседании депутаты Заксобрания приняли ряд важных решений. Трагедия в Кунгурском районе. Очередной пожар унес жизни 5 человек. Еще пока маленькие, но уже звезды. Сборная Пермского края по хоккею до 12 лет стали призерами первенства из 3 федеральных округов страны. Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Он был главой региона с 1996 по 2000 год. Информацию о смерти подтвердили родственники Геннадия Вячеславовича. Геннадий Игумнов родился в 1936 году в Губахе. Окончил Пермское речное училище. Был начальником промышленно-транспортного отдела Кизиловского горкома КПСС. Потом с 1971 по 1983 года стал председателем горисполкома Кизиловска. Затем Геннадий Вячеславович работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облсполкома. В 1996 году был назначен губернатором Пермской области, а затем избран на эту же должность по результатам первых в истории региона выборов. Церемония прощания с Геннадием Игумновым пройдет в субботу, 22 мая, в холле культурно-делового центра на Куйбышева, 14, в 11:00. Редакция телекомпании «Ветта» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Игумнова. В ближайшие годы в Перми и крае появится 10 новых школ. Депутаты Заксобрания региона приняли поправки в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. Какие еще решения были приняты на майском пленарном заседании, расскажем прямо сейчас. Целый блок вопросов на этом пленарном заседании был посвящен социальной сфере. Депутаты краевого парламента одобрили пакет инициатив главы региона о поддержке ветеранов труда Пермского края и пенсионеров, имеющих большой страховой стаж. В частности, речь идет о восстановлении льгот для этих категорий граждан. На 2021 год возможность получения мер социальной поддержки в случае увеличения их дохода не более чем на 10% будет сохранена. Изначально были проиндексированы за доходы пенсионеров с большим страховым стажем и ветераны Пермского края. В результате они потеряли выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг и оздоровления. Депутаты рассмотрели эту ситуацию и приняли решение откорректировать региональное законодательство. Также для пенсионеров с большим страховым стажем установлено бессрочное право на приобретение социального проездного в период с 1 мая по 31 октября, вне зависимости от уровня их ежемесячного дохода. Ранее эта льгота действовала до 2023 года. Каждый год они переживали, будет эта льгота продолжена или нет. 50% скидки на проезд до дачных участков. Сейчас принято решение о том, чтобы эту льготу сделать бессрочной. Важным решением этого пленарного заседания стало принятие поправок в перечень объектов общественной инфраструктуры Прикамья. В течение 3 лет планируется реализовать проект по строительству 10 школ на 10 тысяч новых мест. Строительство объектов оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Причем принципиальным является то, что это будет концессионное соглашение с ВПРФ, значит, с банком, который будет финансировать и строить, и финансировать, и потом передаст эти школы обратно в Пермский край. Стройки начнутся что-то уже в этом году, что-то в будущем году. Но, тем не менее, я думаю, что сроки будут, в общем-то, сжатые достаточно. Да? И мы получим 6 школ в городе Перми, вот, и 4 школы в Пермском муниципальном районе. Строительство этих школ должно помочь снизить проблему вторых и третьих смен. Максим Суханов, Екатерина Рухтина, Иван Худяков. Телекомпания «Ветта».
Почти все дорожные работы в Перми идут с опережением графиков. Как говорят подрядчики, на результат влияет теплая, сухая погода. Уже с 15 апреля дорожные рабочие начали выходить на объекты. Всего в этом году в столице Прикамья вновь отремонтируют порядка 1 миллиона квадратных метров покрытия. Егор Тверетинов далее. Эта дорога ведет в поликлинику, на остановку к магазинам и жилым домам. Теперь здесь новый тротуар. Передвигаться стало в разы комфортнее. Очень хорошо, что положили новый тротуар. Очень удобно стало проходить с колясками, особенно мамочкам, ну и для людей старшего поколения. Помимо тротуара будет обновлен бордюрный камень и сама проезжая часть. Уже к сентябрю этого года на всем участке автодороги от улицы Жигулевской до Восточного обхода будет уложен новый асфальт. Эта дорога будет отремонтирована в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С инспекцией на строительную площадку приехали депутат Пермской городской думы Александр Колчанов и глава Мотовильхинского района Александр Хаткевич. Лично инспектировать все дорожные стройки по нацпроекту главам районов поручил мэр Перми Алексей Демкин. Участок дороги «Жигулевская восточный обход» – это не единственное место, которое преобразится в этом году в районе. В рамках текущей экономии, которая возникла вот от этого проекта, мы перешли к разыгрыванию аукциона по улице Мостовой. Это въезд на вторую вышку, вот этот подъем. На сегодня запущены аукционные процедуры. После того, как будет аукционные процедуры завершены и определен подрядчик, будут понятны сроки. Но сроки примерно такие же до конца сентября месяца планируем сделать и Мостовую. В этом дорожном сезоне подрядчики начали ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» уже с 15 апреля. Всего в этом году в городе вновь отремонтируют порядка 1 миллиона квадратных метров покрытия. Совместно с администрацией района, с администрацией города, депутатский корпус ведет постоянный контроль за исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ну, подрядчик выполняет работы в срок, по графику даже немножко опережает. Жители постоянно на контроле, жители постоянно на коротком звонке. Общаемся, встречаемся, объясняем, рассказываем, что будет, как будет. Всех все устраивает. В 2021 году планировалось отремонтировать 14 объектов по нацпроекту. Однако в ходе проведения аукционов образовалась экономия. Поэтому их количество удалось увеличить до 18. Аукционы по ремонту дорог на следующий 2022 год тоже разыграны. Можно не ждать оформления документов, а приступать к работам сразу, как только позволит погода. Егор Тверетинов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В Пермском крае на пожаре в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального округа погибло 5 человек. По данным МЧС, огонь в частном жилом доме вспыхнул сегодня около 2 часов ночи. На момент прибытия пожарных деревянный дом с надворными постройками был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 122 квадратных метра. К реагированию привлекались 32 человека и 10 единиц техники. В настоящее время сотрудники МЧС совместно с представителями Следственного комитета проводят проверку. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Во время ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела 5 человек. Все это члены одной семьи, проживавшие в данном доме. Пожилая женщина 1948 года рождения, две ее дочери 1972 и 1974 года рождения, сожитель одной из дочерей 1972 года рождения и их сын 1998 года рождения. По оперативным данным, с начала года на территории Прикамья зарегистрировано 1855 пожаров, в которых 134 человека погибли. Согласно статистике, за аналогичный период прошлого года в регионе отмечается рост числа пожаров. В 2020 году с января по май в огне погибло 91 человек. Всего было зафиксировано 1414 возгораний. Также отмечаем, что на юге региона до сих пор наблюдается чрезвычайная пожарная опасность. По предварительным данным синоптиков, ситуация сохранится до 24 мая. Конкурс чтецов Корана – одно из самых ожидаемых событий форума «Мусульманский мир» в Перми. В этом году он проходит в 10-й юбилейный раз и посвящен гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, развитию культуры народов, традиционно исповедующих ислам. Роман Четин посетил мероприятие. Когда открылся Ягошихинский медиплавильный завод, всю руду
на этот завод поставляли как раз жители этой деревни. Их даже не брали в солдаты, чтобы они только работали на поставках руды. Путешествие по Пермскому краю за 20 минут реально. Такую экспресс-экскурсию организовали для участников форума «Мусульманский мир». Выставочный павильон Пермской ярмарки поделили на сектора. В каждом представлены территории региона, традиционные мусульманские товары и услуги. Ключевое значение для нас является, конечно же, дружба между религиозными общинами, между народами. И эта дружба и общение является залогом успеха, развития Пермского края и нашей большой родины, Российской Федерации. Сейчас в Перми действует 24 национально-культурных и порядка 90 религиозных организаций. Реализуется программа «Общественное согласие». Подобные мероприятия, они объединяют не только страны, народы, государства, но и нас внутри нашего любимого города, внутри Пермского края, внутри нашей страны. Мы дружим, несмотря на то, что наше общество многоконфессиональное. Более 200 народностей населяет нашу Россию. И все мы находим в нашей России свое место. Программа форума рассчитана на 3 дня. Она включает в себя научно-практические конференции, семинары и круглые столы, на которых поднимут актуальные вопросы сохранения и развития исламских традиций. Деловая часть события соберет вместе представителей органов власти, экспертов в области истории, религии и этнографии и руководителей духовных организаций. В том числе открытие форума посетил председатель регионального духовного управления мусульман Прикамья. Вот на этом форуме уже привыкли к нему. Здесь мы и конференции проводим вместе, и молимся, и видим, как в Пермском крае люди, наши соотечественники, живут. Осмотрели строительство новой мечети. Уже 2-й этаж заканчивается. Вот результаты наших встреч, нашего взаимопонимания, мира и согласия. Мусульмане трудятся во всех областях и вносят значительный вклад в обеспечение социально-экономического развития города. В свою очередь, администрация Перми активно поддерживает инициативы национально-культурных общественных организаций и объединений. Сегодня Пермь является ярким примером мирного сотрудничества представителей разных национальностей и вероисповедания. В первых рядах в числе почетных гостей мусульманского мира присутствуют православные священники. Роман Четин, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». В офисе Российского футбольного союза состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов потенциальных дебютантов профессиональной футбольной лиги на следующий сезон. Участники заседания рассмотрели в том числе пакет документов нашего клуба «Амкар Пермь». Замечаний получено не было, и пермский клуб принят в состав участников профессиональной футбольной лиги. После получения лицензии руководство клуба во главе с президентом Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды. Бренд «Амкар» был приобретен в краевую собственность летом 2020 года по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Название было передано региональной академии игровых видов спорта, на базе которой была сформирована молодежная команда, выступавшая в прошлом году в первенстве России среди любительских клубов. В апреле официально зарегистрировано новое юридическое лицо – автономная некоммерческая организация «Амкар Пермь». В качестве основного поля у команды значится крытый футбольный манеж. Резервным заявлен стадион «Звезда». Юные хоккеисты Прикамья до 12 лет стали призерами первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Примечательно это событие тем, что, как правило, уже в этом возрасте становятся понятны перспективы молодых спортсменов. Егор Тверетинов продолжит. Вот он, заветный кубок. Сборная Пермского края заняла 2-е место в первенстве Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по хоккею среди детей до 12 лет. Радуются и команда, и родители. У Ирины в команде играет сын. Эмоции очень. Даже не пересказать. Эмоции зашкаливают. Все команды достойные, соперники очень достойные. И ребята, конечно, показали класс.
Сразу после награждения гости церемонии отправились на совещание, на котором обсудили развитие детского хоккея в регионе. По мнению профессиональных спортсменов, дорога к спорту высоких достижений начинается с дворовых стадионов и спортплощадок. И руководство края с этим согласно. На следующий год в качестве приоритетного развития открытых спортивных площадок поставлены именно хоккейные коробки, чтобы коробки все-таки работали как раз всесезонно, и летний, и зимний период. Летом это были игровые площадки для волейбола, и футбола и баскетбола, а зимой это был хоккей со залитым льдом, и чтобы там обязательно были дети. Еще один важный вопрос совещания – поддержка хоккейного клуба «Молот Прикамья». Клуб был создан еще в 1948 году. В сезоне 2009-2010 они завоевали бронзовые медали высшей хоккейной лиги. А вот в сезоне 2020-2021 годов «Молот» оказался в сложной финансовой ситуации. По инициативе депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко, клуб получит поддержку от группы предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания». Задача выйти на плату, на стабильность, как вот говорит тренерская команда, чтобы бюджет был постоянный. И здесь задача как частных спонсоров, так и, конечно, законодательное собрание вместе с правительством должно найти деньги на постоянное финансирование этого клуба. Новый сезон команда начнет с чистого листа. Мы тут обновляем и клуб, и ребрейдинг у нас происходит, и все меняем. То есть мы начнем все сначала. Вот. Но говорю за то, что команда следующий год выступит намного увереннее и успешнее. Я вам говорю, что да. Ну и важная информация для болельщиков. В новый сезон хоккейный клуб заходит с новым названием. Теперь наша команда называется «Хоккейный клуб «Молот». Егор Тверетинов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Что касается эпидемиологической обстановки в Прикамье, то за прошлые сутки специалисты выявили еще 98 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же, сколько и днем ранее. Таким образом, на сегодня общее число заболевших в Прикамье увеличилось до 56 398 человек. На 20 мая регион находится на 16-й строчке среди субъектов России по приросту заболевших за 24 часа. При этом ежесуточный прирост инфицированных на данный момент составляет 0,2%, а коэффициент распространения болезни 0,9. По официальным данным оперативного штаба в Пермском крае от COVID-19 скончались 2350 человек. За сутки умерли еще 6 пациентов. Ну а сейчас к другим новостям региона. Может быть, не самым главным, но не менее интересным. Их для вас подготовил мой коллега Егор Тверетинов. Добрый вечер. В июне в Прикамье пройдет небесная ярмарка. 19-й международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 2021» стартует в Кунгуре 26 июня и продлится 8 дней. Яркое закрытие организаторы запланировали на 3 июля. Кунгур в очередной раз станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России. Сообщается, что на мероприятие пустят ограниченное количество людей из-за коронавирусных ограничений. Боксер Щековского взял золото на первенстве России, а его тренер был награжден дипломом первой степени министра спорта Российской Федерации. Соревнования проходили с 11 по 18 мая в селе Покровское Московской области. Этот старт собрал рекордное количество спортсменов, более 700 участников. По итогам соревнований Попов Лев в своей возрастной категории, это 14-15 лет, занял первое место. На пути к золотой медали Лев одержал победу в 4 бескомпромиссных поединках. Стоит отметить, что Лев является в настоящее время уже 3-кратным победителем первенства России. По результатам соревнований он будет представлять нашу страну на первенстве мира, которое состоится в декабре нынешнего года в Бангкоке, Таиланд. Ну а лысьминские полицейские дали старт профилактической акции «Безопасные летние каникулы 2021». Акция была открыта профилактическим мероприятием «Лето – это жизнь», и целевой аудиторией которого стали студенты. Стражи правопорядка и общественники организовали встречу со студентами с целью акцентирования внимания несовершеннолетних на предупреждение нарушения правил дорожного движения, а также разъяснение молодежи норм действующего административного уголовного законодательства Российской Федерации, что, по мнению правоохранителей и общественников, поможет способствовать снижению преступности. Розы, хосты, астильбы и спиреи. В Кировском районе Перми прошла экологическая акция по озеленению придомовой территории. Местные жители могли лично поучаствовать в оформлении своего двора. Роман Четин с подробностями.
Сегодня мы с вами высаживаем спирею серую. У вас она получается вот с той стороны, со стороны леса. Она сейчас как раз начинает цвести. Главный садовник Перми гостем бывает не в каждом дворе. Жителям дома 8В по улице 5 Каховская повезло. Визит заместителя начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Илюсы Збруевой и праздник «Посади дерево» для жителей своей новостройки организовала компания ПЗСП. Год назад жители праздновали новоселье. Сегодня на повестке дня тоже праздник – озеленение. Мы традиционно стараемся поддерживать контакт со своими покупателями после передачи им ключей, после передачи жилья. И при этом особое внимание уделяем вопросам благоустройства, поддержания комфортной среды, в том числе и озеленения. Это приятно и удобно сделать среду для наших жильцов более комфортной. Ну и, наверное, к деревьям, посаженным собственными руками, жильцы будут относиться более бережно. Первый дворовой праздник ПЗСП провел несколько лет назад. С годами идея прижилась. Прижились и тысячи растений, которые уже высажены на объектах компании. В одном только этом дворе своими руками жильцы посадили 70 различных кустов и цветов. Совместно выбирали деревья, совместно выбирали кустарники. Рисовался проект. Сейчас будем высаживать. Большое спасибо, что компания ПЗСП не оставляет своих жителей, свои дома, своих дольщиков без внимания и помогает благоустраивать территорию. Этот дендрарий на придомовой территории уже летом будет радовать цветением роз, хоста, астильбы и спиреи. А традиция каждый сезон высаживать растения из общедомовой может перерасти в семейную традицию. И уже будущие поколения жильцов многоквартирного дома смогут говорить своим гостям, что именно этот куст был посажен их родителями или бабушками с дедушками. Роман Четин, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». На этом пока все новости. Оставайтесь на «Ветте». Через несколько минут не пропустите программу «Эх, дороги». Я, Екатерина Рухтина, говорю вам до встречи. Спасибо, что вы с нами.